Всем привет, меня зовут Алекс, это канал Alex Kinder Toys. Сегодня у нас обзор больших китайских пластиковых яиц Big Surprise Egg. Нашел я их на просторах интернета, что внутри — загадка. Ставь лайк и поехали. Яйца яркие, привлекают внимание. Такие точно захочется с полки в магазине взять. На обложке изображены какие-то монстрики. Напоминают Ugly Dolls или корпорацию монстров. Внутри обещают Candy and Toy, конфету и игрушку. Что-то точно тут есть. Давайте быстрее откроем. Да тут много игрушек. И одна маленькая конфетка. А, тут много конфеток. Конфетки дрожже, жевательные. Потом попробую. Пойдем по порядку. На челе попадается вот такой большой красный вертолетик. Есть эмблема и надпись Rescue Fire Dev. Вертолет пожарного департамента. Самое классное, что винт у него крутится. А вот на хвосте винт отсутствует. Хотя, может быть, отломился. Сделан, конечно, из простого дешевого пластика. Но все равно выглядит прикольно. А дальше у нас настоящий динозавр, да еще и мой любимый трицератопс. Рога у него просто огромные. По-моему, поменьше должны быть, но ничего, так мне больше нравится. Весь покрыт шипами, еще у него костяной воротник. К такому просто так не подобраться. Цвет, правда, странный выбран, фиолетовый. По-моему, фиолетовыми динозавры точно не были. Непонятные картонки. Походу, из этого можно собрать настоящий дом. А это его крыша. Ну, попробую. Без инструкции, конечно, домик собирать сложно. Но вот такое у меня получилось. Дверь немного перекосила. Строители накосячили. Домик двухэтажный. Тут еще окошки на крыше есть. Интересно. Это вообще непонятная штука. То ли это ставни, то ли кондеры торчат наружу. Также есть вот такая деталь. Куда ее приставить, непонятно. То ли это вход в дверь, то ли это внутрь вставлять надо. Но тут видно, какие-то цветочки растут. С первым яйцом закончили. Игрушек много, конфеток маловато. Интересно, что будет в других сюрпризах? Давайте откроем и узнаем. Надеюсь, не то же самое. Опять какой-то домик надо собирать. Конфетки. Тоже треугольничек. Дверь от дома. Да тут настоящий саблезубый тигр. Прям как в ледниковом периоде. Диего, ты ли это? А похож. И клыки такие же, морда. Правда, окраска немного другая. Что-то завернули в тряпочку. Сделано в Китае. А то мы не догадались бы. Ух ты! Посмотрите, какая кошечка с интересной китайской прической. Она обнимает собачку. Тут буква Н какая-то. И похоже, она керамическая. Только где вторая половинка этой кошечки? И что это за отверстие? Кто знает? Ну-ка пишите в комментариях. По качеству сделано неплохо. Вот это уже хороший Китай. Может быть, это герой из каких-то китайских мультиков? Ну, дырка в голове загадочная. На лапках стоять она не хочет. Ладно, пусть лежит. А я пойду очередной дом собирать. В этот раз у меня домик получился не простой, а с верандой. И похоже, трехэтажный. Получше стали строить. Только вот веранда какая-то подозрительная. Закрывает входную дверь. Придется отсюда заходить. Хотя удобно, никто не видит, что ты там делаешь. Этот дом мне побольше нравится. Со вторым сюрпризом закончили. Переходим к третьему.
После вот такой котейки я уж и не знаю, что в нем ждать. Ух ты! Да тут настоящий дракон, правда резиновый, с дыркой. Наверное, можно засунуть сюда палец и играться с драконом, как пальчиковой куклой. А что, прикольно. Сделан он неплохо. Можно также использовать как антистресс. Или рогатку. Очередные конфетки. Еще один коттедж. А вот это что такое? Неужели такой огромный свисток? Ну-ка дунем. Свистит отлично. Ну еще бы, такой большой. Снова отправляюсь в сборочный цех. Третий домик оказался самым обычным. Одно окошко, второй этаж вообще неизвестно есть ли. А с другой стороны огромная дверь. С этой стороны он вообще похож на какую-то конюшню. Все только лошадей заводить. Есть небольшая пристроечка. Это, наверное, крыша от нее. Зря я, наверное, эти штуки сюда вставил. Сейчас немного доработаю домик. Сразу не догадался. Действительно, это крыша к пристроечке. А еще есть вот такие штуки, навесы над окнами. Удобно, чтобы дождик не попадал внутрь. Ладно, так дом стал получше. Но все равно дверь подозрительная. Уж больно огромная. Вот такой странный набор игрушек можно найти в китайских яйцах-сюрпризах Big Surprise Egg. Если честно, я ожидал худшего. В каждом яйце по 3 разных игрушки, а отличное наполнение. Конфитрейду стоит поучиться, а то они привыкли воздух продавать. Больше всего мне понравились странное окошко и трицератопс. А что вы думаете о таких сюрпризах? Что понравилось, что нет? Купили бы себе такие? Напишите в комментариях. Всем пока, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео, жмите на колокольчик, делитесь видео с друзьями, ставьте лайки и пишите интересные комментарии. Ну а я пойду попью чайку с конфетками.